На региональном рынке труда дефицит рабочих рук и квалифицированных специалистов. В областном банке вакансий насчитывается свыше 31 тысячи предложений. В основном люди требуются в строительной отрасли. Например, нужны 2500 штукатуров, почти 3000 сварщиков. По средним зарплатам в этой сфере лидируют электромонтажники кабельных сетей и машинисты экскаватора. Им готовы платить свыше 40 тысяч рублей. На третьем месте изолировщики. Много хороших вакансий есть и для инженеров-механиков и мастеров строительных и монтажных работ. Ну, например, среднее предложение для газосварщиков – 31 тысяча в месяц. Подробная информация о работодателях доступна в областном банке вакансий на портале czn.admtyuma.ru.